стартовом составе на матч с Териком. Если вообще выбор будет. Мануэл Фернандеш, диагональ, удар с хода. Вот это гол! Вот это гол! Браво! И это Денисов. Приглашал неспроста его Черлука поучаствовать в атаке. В девятку попадает Игорь в одно касание. Гол напомнил о голе Тамичей, который открыл счет в этом матче. Трудно было представить, что через 20 минут Томь будет проигрывать 1-3. Но момент, конечно, роскошнейший. Мануэл Фернандеш. Это 9 ровно 9. Абсолютно. Я бы сказал 9,9 на самом деле. В 16-м туре получается у нас ситуация такая. Денисов, похороны. Да, да. Так оно и есть. Но гол великолепный, так попасть в касание, еще надо умудриться. А главное, теперь, судя по всему, Локомотив доберется до победы.